«Пою тебе, моя Россия». Сегодня в Мурме проходил конкурс лирико-патриотической песни, посвященный 75-летию образования Владимирской области. Он также является отборочным этапом на региональный музыкальный фестиваль «Моя Родина, Россия». Николаева в искусстве с малых лет. С отличием закончила музыкальную школу, играет на скрипке и занимается вокалом. Песню для данного музыкального состязания выбрала из репертуара любимой исполнительницы. Мне нравятся песни именно Ольги Кормухиной. Мне нравится ее голос, ее подача. Достаточно объемный у нее звук. И сама песня, она... о достаточно важной проблеме, потому что люди очень пренебрежительно сейчас относятся к окружающей среде. Алексей Королев, как и Анна, завсегдатай конкурсных сцен. Для конкурса «Пою тебе, моя Россия» выбрал патриотическую песню. Музыкой занимается вся семья. Папа и брат, и мама играют все на фортепиано. Я начинала тоже, но перешел на вокал. Мне не особо нравилось фортепиано, а песня нравилась с детства всегда. Две номинации – сольное исполнение и вокальная группа. Набрать нужно 10 баллов. Жюри оценивает участников по 4 критериям. Исполнительское мастерство, артистизм, сценический образ и соответствие тематике конкурса, который, к слову, стал своеобразной реинкарнацией традиционного конкурса «Щит Отечества». Этот конкурс был патриотической песней. И с этого года мы решили проводить этот конкурс немножко шире по, так скажем, по репертуару для исполнителей. То есть это не только патриотика, но и лирические песни. Таким образом у нас увеличилось и количество участников, и конкурсантов. Лучшие исполнители будут представлять Муром на региональном конкурсе «Моя Родина, Россия». Анастасия Белова, Александр Симонов. Новости Муром.